Всем здравствуйте, Подмосковье вас приветствует вот такой снежной погодой. Стою буквально вот у ворот, только-только зашла, не могла открыть даже дверь. Вот так у нас такой вот высокий очень слой снега, огромный, даже еще к дому не проходила. Все чистенько такое, все беленькое, думаю, надо снять, показать, сколько снега у нас в Подмосковье вот на 17 декабря. Посмотрите, какая сегодня у нас снежная зима. Ой, столько снега много, морозы стояли очень большие, до 15 градусов. Весь декабрь, середина декабря, да, у нас обещают потепление до нуля и до плюса. И вот решила все-таки я приехать посмотреть. Дача находится рядом. Можно приехать спокойно сюда, дорога хорошая, расчищенная. В общем, подъезд хороший к нашей даче, мы крайний участок. Вот, поэтому вот решила приехать, ну и показать вам заодно. Ну вот посмотрите, какие тортики стоят у нас там вдали. Сантиметров, наверное, 50 точно наверху. У покрытия, у укрытия роз вот у этого точно. Ну и вдали там тоже виднеется очень большой объем снега. Хочу немножко, если пролезу, хочу немножко поснимать эти шапки для того, чтобы немножко уменьшить этот слой. Ну, пойду поработаю. Расчистим дорожки немного хотя бы. Посмотрим, какой слой снега. Ну, а дальше, наверное, вспомним наше лето. Не переключайтесь. Фото, которое я сделала в течение лета, ждут вас в конце ролика. Пробралась к своей клумбе центральной, сняла с нее хороший слой снега. Посмотрите, с боков вообще все укрыто. Здесь вот все-таки высота такая, ну 60-то точно есть. И вот пробиралась к своим следующим укрытиям. Посмотрите, сколько снега, если вам видно. А хорошо так все равно, знаете, полазить по снежку, по такому мягкому. Вот подошла сейчас к своему розарию. Вот с той стороны слева еще не снимала шапки. Лопата стоит. А здесь, посмотрите, укрытие высокое. Тоже 60-70 где-то сантиметров. И вот смотрите, сколько я сняла снега. И все вот здесь вот у нас теперь навалено. Но будет таять. Конечно, он будет очень тяжелый сверху. Поэтому, думаю, вот этого слоя сантиметров 15 достаточно для того, чтобы розы наши не замерзли. Да, они не замерзнут. С боков все укрыто. Вы посмотрите, как много снега. И вот здесь вот посмотрите, какая шапка. Ну, куда же такую оставлять? Сейчас обязательно наполовину сниму. А снимается очень, очень легко. Лопаткой водишь туда-сюда. Физическая нагрузка тоже нужна нам, да? Не только домашние дела и такие какие-то дела на работе. Вот, смотрите. Вот так оставила. Небольшой слой сверху, а с боков чуть не до верха все укрыто. Очень много снега, очень. Ну вот смотрите, здесь сантиметров, наверное, 40. 40-то точно есть. И вот так просто простыми движениями лопатки вот так туда-сюда гоняю. Отлично. И вот она снимается очень хорошо. Надо поработать на свежем воздухе. Так, вот. Вот так он снимается очень легко. Так что вот такая у нас сегодня зарядка. Вот так краешек. Вот смотрите, как туда-сюда. Раз и два. Все-таки большой очень слой. Сейчас все намокнет, если будет плюс. И нам это не надо, да? И оно замерзнет, потом его не отскребешь. Такой... Ну, вот такой снегопад у нас в Подмосковье. Что будет дальше, неизвестно. Но первый вот этот снежок, конечно, постарался закрыть все наши зеленые газоны, да? Вот. Так что продолжаю трудиться. Вот так немножко покажу вам.
Ну, вот так. Там у нас грядочки все закрыты. На теплицах тоже держится, снег не сошел. Ну, вот так подровняла все свои снежные укрытия. Осталось немножко, тут сантиметров 15. Я думаю, достаточно им будет. Многие напишут сейчас, зачем сняли, потому что им теплее будет с большим слоем. Я считаю, что вот так будет достаточно. С боков, посмотрите, чего. Все доверху укрыто. Так что корням тепло, самое главное. Там воздух, и все отлично. Ну, а теперь немножко давайте после такого снежного денечка окунемся немножко в лето. Чуть-чуть я покажу вам свои фото, которые снимала летом. Немножко вас порадую. Хочу, чтобы вы немножко поулыбались, увидеть цветочки. Да? Приятного просмотра!